Наушники с Алика или наушники с ВВ. Посмотрим, какие лучше. Цена с Алика 90 рублей. Цена этих 70 рублей. Если начнем с Алика. Так. Так. Тут, смотрите, тут один пакет, тут ничего в комплекте не дается. Просто наушники, потом пакетики. Странно. А, ну какой-то пакетик внутри. Сейчас вот это все посмотрим. 90 рубасов. Так, все. Открываем, достаем. Вот такой вот пакетик здесь у нас идет в комплекте. Так. Сейчас его откроем. Там какие-то шарики. Вот сами гляньте. Ух, ё-мо. Зачем такое вывалилось? Вот такой вот здесь шарик, шарик маленький. И таких там заполнено весь пакет. Ладно, мы это отложим. Не хочу с этим иметь дело. Наушники вот в таком вот пучке. Сейчас вот это вот эту снимем. Веревочку. А, это не веревочка, это какая-то резинка. Вот такая вот резиночка какая-то. Ну вот такие вот наушники черные. Тестировать пока... Ну, надо протестировать сейчас. Протестим на вот этом аппарате. Сейчас. Так, нужно вставить, где у нас? Он находится вот здесь. Вот, все вставили. Так. Ухо. Он сейчас просто вот что-то вот... Ну-ка. Так. Во, ну-ка. Ну вот удобно, удобно. Глянем, сейчас глянем. Ну, можно сказать, и неплохо, и не идеально. Звук нормальный. Но еще нужно посмотреть, какие у нас наушники с ВБ. Давайте вот эти вот наушники я пока отвожу. Вот. Нет, вот сюда все, вот на эту сторону, все. Теперь открываем вот эти. Тоже можно регулировать звук. Вот через эти вот штуки. Кстати, вот здесь можно так. Здесь такого, здесь тоже можно так. Ладно, поменяем. Скрываем, это у нас 90 рубасов. Воу, здесь уже пакетик поприятней. Пакетик просто поприятней идет. Так, вот такой у нас этот пакетик. Он очень приятный. Пока что его отложим. Сами наушники, вот они уже по внешнему виду нравятся мне намного больше. И стоят они, в принципе, дороже. Такая же резинка, только белого цвета. Там было черное, а тут белое. Вот такая вот резиночка. То есть тут вот, смотрите, вот та же самая, но там вот одинаковые, только цветом разные. Так. Тут уже никаких... коробочек и вот этих вот пачек с непонятной фигней нету. Сейчас.
Сейчас я протестируем уже белую. Так, так. Вот здесь поудобнее, кстати. Так. Сейчас просто зайдем. Угу, так. Хочу озвучить то, что вот именно вот эти вот наушники, они намного лучше. Короче, я просто утверждаю то, что вот эти вот наушники ВБ за 90 рублей лучше, чем вот это. Вот это вот. Короче, это сами 70 плюс 90 рублей. Всем пока.